В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления наркоконтроля МВД по Республике Татарстан в лесопосадке вдоль трассы Уфа-Москва обнаружили тайник. Из замаскированного схрона полицейские изъяли пакет с порошкообразным веществом. Согласно результатам экспертизы, в свертке находилось синтетическое наркотическое средство мефедрон, общий вес которого составил более 1 килограмма. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, кому принадлежит запрещенный товар. Обуви. Просто я обступлю. Так, надо сфотографировать. Ну вот, сиди. Этот есть. Скажем так, это не просто два следа. Нет. Подойдите сюда поближе. Вот сюда, видно, видно. 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 Так. Так, видите, да? Видим. Мы на экспертизу на стены отправим. Сейчас открывать не будем, мы не знаем, что там находится. Не кидай пока.